Всем привет, что на своем канале будет видео, так ни о чем, вот обзор. Сейчас вон вожу с грехом, с клиентом. На бочке вожу. Синаш. Пилот электрики. Будет ГАЗ-71 видео. Я никогда его не видел вблизи. Было желание купить, конечно. Ну, наверное, у всех есть такое желание. ГАЗ-71, ходовая. Тоже вблизи ни разу не видел. Гайка такая вот. Резьба, конечно, в лесу может. А здесь крышки, может, на ней нет. Я имею в виду передняя. Корыто у нее такое, ванна. Как она правильно называется? Не знаю. Люк вот этот, наверное, под двигатель на. Что-то они прокладывают здесь или ремонтируют. В общем, не знаю. Две штуки здесь их. Сейчас покажу. Двигатель даже не пойму какой. Автономка, подогрев, что ли, стоит у них. Кто знает, напишите. По-моему. Двигатель. Не вижу. Так, стоит. Какой-то 245-й, наверное. Насос какой-то. Ну, чешский, по-моему. А может, 240-й, не вижу, что там написано. Та дверка, наверное, открыта. Сейчас покажу. Что внутри. Открывается. Прикольно. Газоновская вся. А это не значит давление какое-то. Двигатель, что ли? Люки вон сверху. Когда тонешь, наверное, выпрыгивать. Фракционы. Обогрев стекла. Кают-компания. Топливо, баки. Ну, сзади не вижу. Сейчас поеду обратно. Второго покажу. Такой. Интересно, конечно, погонять. Ладно, надо дела делать. Сейчас второй покажу. На обратном пути разгружусь, тогда покажу. Сейчас пойдем. Обещал вторую покажу. Но здесь какая-то в хороших руках тракториста. Парков сделали. А, вон она, ГАЗ-34039. Это же какая-то новая, наверное, модификация. Натяжник сзади. Ну да, звездочки-то спереди. Не турбина какая, бля, стоит. Сейчас покажу прикол. Лебедище стоит. Только что толку-то, пустая. Так варено, хорошо сделано. Она, наверное, ее не выпрет. Так, не вижу, какая лебедка, маркировка. Сейчас посмотрю. Ну так. Прилично делали, нет? Ага. Салона, автономка, я так понимаю.
А это с кабины. Панель так прилично увеличили, да? Окультурили технику. Громкая связь, что ли? А, посмотреть забыл лебедку. Бизон 24. А какая ЛП 308 В ВИ 12-24 вольта. Наверное, тоже 20 стоит этот. 245 на 24. Ладно. Снял. Поехал работать еще, наверное, не работать, все на этом. Двинься, Винсон. Двигайся, Винсон. Поехали домой.